Всім доброго ранку, це «Анатомія спорту». Щосуботи ми тренуємося з дівчатами і за тим, як ми виконуємо в спортзалі вправи, слідкує чемпіон світу з пауерліфтингу, чемпіон світу з бодібілдингу і просто класний тренер Андрій Кісіль. Добрий день, милі дівчатки. Сьогодні ми поговоримо об упражненнях на ікри. І так, милі наші дівчатки, підйом на носки по максимально можливій амплітуді буде прорабатувати наші ікри. Но мы хотим предложить вашему вниманию три максимально эффективных упражнения, в которых вы ощутите всю прелесть проработки этих кусков мяса. Итак, первое упражнение. Станок, это называется козлик, в простонародье. Итак, садимся на него удобно. Третью часть стопы ставим на платформу, так, чтобы наши носочки не съезжали. Удобно располагаем на платформе. Регулируем валик по высоте, удобно располагаем его на коленях. Спинку прямо, смотрим прямо перед собой, поднимаемся на носочках максимально вверх, максимально тянемся вверх немножко, и опускаемся максимально вниз. Растягиваем икроножны, поднимаемся вверх, сокращаем нашу мышцу, опускаемся вниз, растягиваем. Выполняем данное упражнение 3 подхода по 15 повторений. Вторым максимально эффективным упражнением является проработка икр в жиме ногами, в станке жим ногами. Итак, то же самое, ставим третью часть стопы на платформу, в нижнюю ее часть, полностью выпрямляем ножки в коленях и максимально носочками толкаем платформу вверх и опускаем максимально вниз, тянем носочки на себя. Максимально носочками толкаем вверх и максимально тянем носочки на себя. Растягиваем и сокращаем, то есть растягиваем и, когда пролкаем, сокращаем максимально икроножны. Выполняем данное упражнение 3 подхода по 15 повторений. И самое легкое, самое простое для выполнения упражнения, которое можно в принципе выполнять и в домашних условиях, это подъем на носки на одной ноге на любой возвышенности. Итак, немножко принимаем исходное положение. Одну ножку полностью выпрямляем, вторую ножку заводим за первую. Да. Беремся руками за рукояточки и поднимаемся максимально вверх на носочки. Опускаемся максимально вниз. Максимально вверх. Максимально вниз. Рабочую ножку в колени не сгибаем, она выпрямлена в прямую линию. Данное упражнение хорошо тем, что его можно выполнить даже в домашних условиях. Встали на порожек, используем любую возвышенность. Встали на порог двери и максимально поднимаемся вверх, максимально вниз. И чем выше порог, тем ниже вы сможете опуститься, тем больше вы растянете икроножную мышцу. Итак, милые наши дамы, сегодня мы представили вашему вниманию три максимально эффективных упражнения для мышц голени. Это были подъем на носки в этом приспособлении, в этом козлике, в тренажере, так называемом. Подъем на носки в жим ногами. И самое простое для выполнения упражнения – это просто подъем на носки на какой-либо возвышенности. Выбираем любой из удобных для вас варіантів і виконуємо 3 підходи по 15 повторень. Дівчатка, ну якщо у вас завтра болітимуть ноги, пам'ятайте, що біль він мене за кілька днів, а красиві ніжки залишаться. Не заходьте на наш сайт, там є сюрприз для вас. До нового року ми будемо розігрувати абонемент, тож читайте умови на нашому сайті. Оставайтесь красивими, підтягнуті, разом з Чилайн і Кисель Жим. Так.